Буква Я. Борис Захадер. Всем известно, буква Я в азбуке последняя. А известно ли кому, от чего и почему? Неизвестно? Нет. Интересно? Интересно. Ну так слушайте рассказ. Жили в азбуке у нас буквы. Жили, не тужили, потому что все дружили. Где никто не ссорится, там и дело спорится. Только раз все дело стало из-за страшного скандала. Буква Я в строку не встала. Взбунтовалась буква Я. Я, сказала буква Я, главное за главное. Я хочу, чтобы повсюду впереди стояла я. Не хочу стоять в ряду, быть желаю на виду. Говорят ей, встань на место, отвечает, не пойду. Я ведь вам не просто буква, я местоимение. Вы в сравнении со мной недоразумение, недоразумение не более, не менее. Тут вся азбука пришла в страшное волнение. Фу ты, ну ты, фыркнул Фа. От обиды покраснев, срам, сердито Си сказала. Ва кричит, воображала. Это всякий так бы мог. Может, я и сам предлог, проворчала П. Попробуй, потолкуй с такой особой. Нужен к ней подход особый, вдруг промямлил мягкий знак. А сердитый твердый знак молча показал кулак. Тише, буквы! Стыдно, знаки! Закричали гласные. Не хватало только драки, а еще согласные. Надо раньше разобраться, а потом уже и драться. Мы же грамотный народ. Буква Я сама поймет. Разве мыслимое дело всюду я совать вперед? Ведь никто в таком письме не поймет ни бе, ни ме. Я затопала ногами. Не хочу водиться с вами. Буду делать все сама. Хватит у меня ума. А буквы тут переглянулись. Все буквально улыбнулись. И ответил дружный хор. Хорошо, идем на спор. Если хочешь в одиночку написать хотя бы строчку, правда стала быть твоя. Чтобы я, да не сумела, я ж не кто-нибудь, а я. Буква Я взялась за дело. Целый час она пыхтела и кряхтела и потела. Написать она сумела только «Я, я, 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 я». Как зальется буква Х. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Буква О от смеха покатилась, А за голову схватилась, Б схватилась за живот. Буква Я сперва крепилась, а потом как заревет. Я, ребята, виновата. Признаю свою вину, я согласна встать, ребята, даже сзади буквы Ю. Что ж,
решил весь алфавит. Если хочет, пусть стоит. Дело ведь совсем не вместе. Дело в том, что мы все вместе. В том, чтоб все от А до Я жили как одна семья. Буква Я всегда была всем и всякому мила. Но советуем, друзья, помнить место буквы «Я».